Давайте посмотрим, как искусственный интеллект изображает детей начала 19 века. Теперь дети начала 20 века. Дети 50-х годов, именно так их видит искусственный интеллект. Теперь дети 60-х. А вот дети 70-х, как и прошлое десятилетие, все радостные и играют. Дети 80-х, так их видит искусственный интеллект. Дети 90-х, все еще счастливы. Двухтысячные года. Две тысячи десятые, и здесь, мне кажется, что-то пошло не так. Так искусственный интеллект видит детей 2020-х годов. Дети 2030-х. Искусственный интеллект показывает нам будущее. 2050 год. Как вам атмосфера? Не правда ли, за 100 лет очень отличается? Посмотрите на картинку. Они играют в свои виртуальные игры, при этом вокруг все умерло. Мне кажется, что так не должно быть. Мы не для этого тут рождались, чтобы потратить свою жизнь на что-то виртуальное. Давайте теперь поможем понять это нашим детям.